Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает программа «Де-факто», в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. В Гомельском областном суде начался процесс над мазырянами, которые оказали активное сопротивление сотрудникам милиции. В момент задержания у одного из нарушителей при себе оказался нож. В итоге все три сотрудника ОМОНа, которые предприняли попытку арестовать нарушителей, получили проникающие ранения. Благодаря подкреплению подозреваемые были задержаны, а милиционерам понадобилась госпитализация. Оба фигуранта уголовного дела были ранее судимыми. Тот, что нанес удары ножом, привлекался за грабеж и разбойное нападение. Мужчин обвиняют в краже и нанесении милиционерам тяжких телесных повреждений. Партия алкоголя ценой в 60 тысяч рублей. Сотрудники ОБЭП и налоговой инспекции по Гомельскому району пресекли попытку незаконной перевозки спиртосодержащей продукции. Фура была остановлена на территории Беларуси участниками рейдовой группы. В прицепе за пустыми пластиковыми бочками находились коробки с водкой и спиртом. В партии более 7 тонн алкоголя. Это одно из самых крупных задержаний спиртосодержащей продукции за последнее время. Тоже будет проводиться экспертиза, ну и, соответственно, случае будет составляться административный материал. Дальше будет направляться в хозяйственный экономический суд Гомельской области для уже привлечения к ответственности. В Гомельской области провели профилактические мероприятия по контролю за пребыванием иностранных студентов. В ходе рейдов на территории областного центра милиционеры проверили 16 квартир и 8 общежитий и учреждений образования. В поле зрения сотрудников оказались около 400 учащихся иностранных государств. При подаче документов высшими учебными заведениями сотрудникам управления по гражданству и миграции проверяются данные документы на факт привлечения иностранцев к административной ответственности, к уголовной ответственности. И в случае выявления таких правонарушений данным иностранцам отказывается выдача приглашения на учебу в Республику Беларусь. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.